привет из города Bellevue, Downtown. Дождик, трафик. Трафик — это у нас пробка. Пересекаем Bellevue и едем в город Редмонд. Входим налево, Redmond Way. Ага, здесь просто траком нельзя. Здесь просто траком нельзя. Я думаю, что у меня карта водит туда-сюда. Что здесь написано? No trucks. Не вижу чуть-чуть, что там написано. Ну, сейчас прочитаем. Deliveries. Отлично. 32 тысячи паунтов и выше. Ну, мы чуть-чуть больше. Так что все нормуль. Вон там траки ходят с двумя осями опущенными. Все нормально. Едем. Куда, не знаю, но едем. ABS, такие классные тормоза. Нажал, они нажались, а потом отпускаются, и ты еще разгоняешься, а потом хватают. Классно. Так, нам, значит, буквально 0.3, и мы уходим направо на 16-ю. Понял. Посмотрим, что здесь за строечка идет. В 83-ю переезжаем, пересекаем
это 85-е, а нам 87-е. А это у нас что? Это у нас 87-я. Моего флатбеда выгружают и передают туда вниз на стройку. Прикольно. Двумя вот такими форклифтами разгружают. Ну что, братва, разгрузились? Будем помаленьку убираться. Теперь поедем, как нас карта ведет. Траковская GPS. Прокатимся по кустам. Посмотрим, куда нас выведет. Теперь нам надо громче ее сделать, чтобы я слышал и вы слышали. А то я притушил. Left to left. Неграмотная женщина. Вообще неграмотная женщина. Она завела меня. Как я сейчас туда заеду? А слева уже Тесла без мозгов подъехала. Давай, мозги куриные, езжай. Не знаю, если столб слева не собьем, тогда мы поместимся. Как эти богатенькие районы не люблю. Редмонд, Белловью. Во-первых, люди ездить не умеют. Права на eBay понаберут. И Тесла на батарейках. Что у Тесла мозгов нема, что у водителя. И дороги все узкие, не пройти, не проехать.
линия кончается. Нам надо направо. Да пошли мы в задницу. Под красный поедем. Справа траки с реферами стоят. Нормально. Вархаус какой-то. Before the gas station. Значит, на этом светофоре мы уйдем налево. Опять же таки. Бордюр нема. Нормально. По редмондским красотам вас прокачу. Так, ну где-то здесь уже будет заезд на фривей. Вот она, вывеска 520-я направо. Так что направо, значит направо. Ребят, вообще, як справа? У нас тут пятница. Як у вас справа? Посигналим? Не знаю, что здесь такое, но какая-то... Ребята какие-то стоят. Значит, мы им посигналим. Нет проблем. У нас звук бесплатный.
520-я, выходим на 405-ю. И опять через Downtown Bellevue. И едем в Такома загружаться. Мы стоим, ну-ка давай, газуем, газуем, а то газульку с тормозом перепутали, найти не могут. В двух педалях заблудились, а что если три педали, то вообще. Разобранном виде. Сначала спасибо, что он на инстаграме поставил, что надо проводочек добавлять, 23 пин, я так понял, чтобы барометр заработал. Еще и надо опять ECU репрограмм доделать под него, то наверное пока он мне не нужен. А вот колечко самого гейджа я снять не могу. Ни с Кенворса, ни с Питербилда. И отвертчикой уже пробовал поддевать их. Пока на дефовском гейче практикуюсь с отверткой. Мнет этот безл, но не могу его снять. Он как бы крутится вместе со стеклом, вращается, но не снимается. Я так понимаю, его надо сильно, да? Насильно его оттуда снимать, как-то выковыривать. Мы будем уходить 405 на I-5, на 5 фривей, в сторону Портленда или в сторону Такомы. Вроде как бы у нас завтра дождика не будет. Хоть что-то можно будет с траком сделать. А то под таким дождем и на улицу выходить не хочется. Работы целая куча. Можно уже и бак двигать, и ступеньку классненькую ставить. Работы очень много, но погодка, как говорится, у нас не сильно шикарная. А завтра мне надо весь спальник помыть, собрать. Ну и так по мелочам, туда-сюда. Посмотрим, что-нибудь еще поделаем. А дождик-то не перестает. Не смотрю, не собирается. Ну а мы будем выходить. На выход, как всегда, все стоит. Какой это у нас тут выход? 137-й. Да, выход будет 137-й. Нам вот чуть-чуть продвинуться, нам надо левая линия. А это все на правую стоят. Нам надо левую линию. Они же траки вот две линии блокируют, все стоят. Непонятно, что и как и почему. Дают пройти. О, еще и зеленый, но мы, наверное, не успеем. Он здесь не такой длинный, не такой долгий. Нет, не успели.
сломатый поворотик был. Ну, где-то нам вот сюда налево. Где-то нам сюда. Значит, Ферекс у нас получается справа. А то показывала на карте второй где-то паркхаус сзади. Еге, еге. Что нам надо? Двадцать пять ноль пять, 111. Значит, здание это Петруха с рифером красавчик. 379, одна квадратная фара. Все как нам надо. И котенок, масляный фильтр желтый от кота. Надо пойти с ним махнуться с фарами. Да ладно, да ладно. Посмотрите, кто здесь. Алекс, Алекс собственной персоной. Вчера с ним поливали. Вот он, трудяга. Как такое может быть? Я не понял. Ты со мной следишь, или я за тобой? Ну сегодня дорогу. Я не знаю. С ACF на ACF? Да. Вот, на Порто, да? Да. Нормально. Ну ты сегодня, а я в понедельник. Да. Да. Там заезд такой веселый. Да? Да. Заедем. Заедем, да. Я там был, но он так. У меня он не опущен, это мне все равно. Да. А что там веселый? Ну там... Как бы вниз заходишь, там такой крутой поворот, и вниз наклон. И я не знаю, я был там давно, там еще два локейшена, куда они их направят. Если они сразу там... Вот он, красавчик. Два дня подряд. Не может быть такого. Алекс, вот как Детальная так получается? Работа. Как так получается? Классный этот самый. Канастога. Сейчас закроет Канастогу и отъедет. Диски, конечно, классные у него, а? Узорчик капитальный. То говоришь, дисками мы с тобой махнемся? Сзади окно с палочки. Окошечко по бокам. Все как надо. Вчера мы так с ним быстро встретились в Макдоналдсе. Сегодня приезжаю грузиться, и он здесь грузится.
Как так может быть такое, а? А что ты под синий, под мой трак одеваешься? А вот надо, наверное, тебе вам... надо, тебе надо purple. А я ваш. Я, наверное, сейчас Петербилду мешаться буду. Вот это моя мечта. Spare Axle, Stainless Steel Reaper. Красота. Пошел, котенок. Народ, спасибо, что прокатились. Мы паркуемся и до дома. Black Sea, Черное море. Привет тебе! Так, народ и зрители, зацените, что сегодня мне пришло. Буду экспериментировать. Hero Lights. Roadworks их делает. Такая лампочка, как стеклянная. Вот я уже поставил одну. Посмотрите, какое зеркало у нее. Или стекло. Оно как бы как пластмасс, но отражает как стекло. И это полностью LED-шка. Сейчас включим, заценим. Вот такое отражение. Ночью, говорят, вообще шикарно смотрится.
Так что, если понравится, будем переходить на такие. На весь трак ставить. Ну что, дорогие подписчики, у нас, как всегда, поздравления в конце видоса. Так что, кто не в теме, тем до свидоса. А первый подписчик — Серега Кузьменко. Пишет: 30 октября у моей дочки день рождения. Кузьменко Ксения Сергеевна, 8 лет. Так что, Ксения, поздравляем тебя с 8-летием тебя. Хочу поздравить. Счастья, радости, добра. Спасибо, что смотрите. И, Серега, тебе привет. Happy birthday from America. Вот так вот. С днем рождения тебя. С 8-летием. Аслан Муканов. Муканов. Салам из Казахстана. Салам тебе из Америки. Дядя Вова. 30 октября. Поздравьте, у меня день рождения. Заранее спасибо. С чем я тебя и поздравляю. С днем рождения. Happy birthday из Америки. И привет тебе от дяди Вовы, Аслан. Спасибо, что смотришь. Влад Егорченков. Привет тебе. Спасибо, что печешься о родителях. Пишешь: привет, дядя Вова, поздравь мою маму с днем рождения, 30 октября, заранее спасибо. Значит, Владимир, твою маму с днем рождения, happy birthday из Америки, спасибо, что смотрите, и с днем рождения вас. Владимир Масюков, я так понял, ты тоже, у тебя день рождения было, пишешь: на днюху работал, вернулся домой. С чем я тебя и поздравляю, с днем рождения, Владимир. Happy birthday от дяди Вовы. И спасибо, что вернулся домой. Вот так вот. С днем рождения тебя, тезка. Тай Омич. Привет тебе. Пишешь: привет из Самары. Поздравь моего дядю Сухачева Дениса Альбертовича. С днем рождения. Ему исполняется 54 года 29 октября. Он тебя смотрит. Спасибо, что вы меня смотрите. Оба. И Сухачева Дениса Альбертовича, с днем рождения. Happy birthday из Америки. Поздравляем тебя с 54-летием. Спасибо, что смотрите, мужики. Александр Сыракваш. Привет тебе от дяди Вовы. Пишешь: поздравь, пожалуйста, мою дочку Настю с днем рождения. Ей 30 октября, в субботу, 13 годиков исполняется. А ростом уже маму догнала. О, тут вопрос. Или мама очень низкая, или дочь очень высокая. Шутка от дяди Вовы. Периодически смотрит со мной твои покатушки. Заранее спасибо, удачи во всем. Спасибо за удачу. Спасибо, что смотрите. И Настюху с днем рождения. Happy birthday, Настя. From America. От дяди Вовы. С днем рождения тебя. Еще раз. Всех благ тебе. Аман Жакиянов, опять тебе привет. Пишешь: поздравьте моего друга Антона Хвана с 33-летием, 28 октября. И тут же передаешь, я так понял, ему привет. Старик, с днем рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Пусть исполняются твои желания. Удачи во всем. Я присоединяюсь к твоим поздравлениям, пожеланиям для твоего друга Антона. Так что, Антон Хвана, с 33-летием тебя, от дяди Вовы из Америки, happy birthday. Анатолий Сергеевич, пишешь: у жены 29-го днюха, поздравь, пожалуйста. Значит, Анатолий, жену твою поздравляю от всей души, 29-го числа. У нас это сегодня, а у вас уже будет вчера. Вот так. Ну, тем не менее, жену поздравляю. А, вот выше ты написал: Марина из Воронежа. Вот так вот. Значит, Марина, жена Анатолия, с днем рождения тебя. Happy birthday от дяди Вовы из Америки. Ну все, люди добрые. Всем спасибо за просмотр. Если что, до завтра. Всем пока.